Слушай, Ганя, видишь эту пачку? В ней 100 000. Я ее сейчас брошу в камин, в огонь. Вот при всех говорю, все свидетели. И как только огонь обхватит ее всю, ты полезай в камин и голыми руками тащи эту пачку из огня. Вытащишь! Твоя! Все 100 000 твои! А я на твою душу полюбуюсь, как ты за моими деньгами в огонь полезешь. А не полезешь, так и сгорят. Никого не подпущу. Гляди, я бросаю! Повесишься после, и я не шучу. Разрешите за 100 000 зубами вытащить. Я за 500. За 500 твои дамы, ты твои. Я. Сто тысяч. Господи, господи, господи. Как я? Вы только что посмотрели отрывок из замечательного фильма Ивана Александровича Пырьева по роману Достоевского «Идиот». И мы видим, как Ганя, который, наверное, больше всех, кто здесь беснуется, нуждается в деньгах, не может переступить через собственное достоинство. Не может. И падает в обморок. Вот это очень интересная как раз вещь, о которой я хотел поговорить. Что такое деньги?